Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в Кремалочку на стриме Один Холи Плей, первый серий. Итак, пацаны, это необычный дост, такой более разговорный. Расскажу вам про идею, какая появилась у меня в голове, про новую фракцию на Мазинге. Как бы, конечно, я не до конца в своей голове доработал эту идею, но... Как бы, основной я уже для себя, короче, там создал в голове у себя, короче. Сейчас я вам расскажу. Итак, давно еще хотел, чтобы давали такую фракцию, да и пытался реализовать на своем сервере именно фракция это гонщиков. Потому что, как вы знаете, думаю, да и на всех серверах такая тема есть, что самая ликвидная тема на всех серверах — это машины. Автолюбители. Я думаю, у каждого есть на сервере машина, и все любят машины там и так далее. Я думаю, это круто, да, как бы, и вы это все прекрасно понимаете, что, как бы, тачки рулят, да. Самые популярные серверы, в основном, это машины. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. И, блин, было бы круто, если бы давали для автолюбителей, именно для автолюбителей, фракцию. Фракцию, там, не знаю, уличные гонщики, ну, что-то типа того. Я до конца еще название не доработал, но я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Именно фракция для автолюбителей, там. И сделать именно, чтобы были заезды драга. Но давайте сначала я вам покажу базу. Ну, это, не знаю, может другую базу сделать. Я расскажу свое мнение. Что бы я сделал, короче, сейчас я вам покажу. Я хотел бы, чтобы давали фракцию именно для автолюбителей. Для автолюбителей добавили две фракции. Одна там, допустим, Вэткалина, да. Ну, хотя она не задействована, но, блин, можно ради этого задействовать, в принципе. Одну Вэткалин там, одну, не знаю, в Южном, допустим. Просто так, в Южном, да? Одна в Южном. Итак, одну фракцию сделать здесь. Как ее сделать? Смотрите. Итак, вот здесь у нас фьездик есть. В принципе, тоже сделаешь шлагбаум, как было в РМ. Здесь раньше РМ еще было. Как бы вот, здесь у нас находится Лыткарина, короче. Я думаю, все знают, недалеко от... получается, недалеко от Кремля. Кстати, можно будет другую фракцию, типа... автогонщиков, блин, не знаю, как выразить вам это название, но вы поняли, думаю, о чем речь идет. Допустим, в этом можно сделать даже. Предположительно, можно здесь где-то сделать, неважно, но вы поняли. Можно Вэткарина. Как бы я сделал именно эту фракцию Вэткарина? Смотрите, я бы заселил бы три подъезда. Вот этот подъезд, короче, вот этот, вот эти три подъезда бы заселил, чтобы кто был в фракции, чтобы они здесь купили квартиры и могли брать свои автомобили, чтобы они не ехали хуй знает куда, допустим, там в Южный, в Батырево, оттуда, допустим, ехали и брали свои машины. Вот здесь сделал бы подъезды. Обычные подъезды, в принципе, как и в Южном, как и в Арзамасе. Три подъезда бы сделал специально, потому что, думаю, многие захотят пойти в эту фракцию. Как бы. Потом, что бы стояло в автопарке данной фракции? Три Ямахи я бы поставил. Вот три Ямахи бы поставил, потому что, как бы, в драге тоже участвуют мотоциклы и так далее. Потом, три Мерседеса Е63. И потом еще три BMW M5-60. Ну, вот таких три бэхи, вот таких бы поставил. Ну, они что были без чипов, просто обычные стоковые автомобили. Я думаю, было бы круто. Три Ямахи, три Мерседеса, три бэхи. Думаю, было бы круто. Дальше, что бы я сделал? Поставил бы чекпоинт, понятное дело, и там бы сделал какой-то интерьер специальный там для гонщиков и так далее. Ну, вы поняли, короче. Вот, вот, вот здесь бы сделал бы, допустим, например, да. По маппингу, честно, не знаю, что тут можно добавить. Там можно диванчики поставить там. Очень было бы круто, знаете что? Вот, не знаю, я думаю, это будет очень трудно реализовать. Просто очень трудно реализовать это будет. Допустим, предположим, что вот здесь сделать гараж. И здесь можно было бы забирать свои машины по силам, сделать бы какие-то силы там, не знаю, и замерять свои тачки. Я думаю, это было бы тоже круто.
Сделать бы тоже в каждой фракции свой тюнинг, чтобы можно было бы покупать, допустим, ставить нитро, да, чиповать машины. И чтобы эти деньги шли все в общак фракции. Я думаю, это было бы тоже очень круто, реально. Это было бы очень круто, там, чтобы все бабки шли в общак фракции. Потом, не знаю, вот что с этими деньгами делать можно было бы? Ну, конечно же, выдавать зарплаты. Как бы проходили бы заезды между двумя фракциями? Так, извиняюсь, чуть проболел, кашлял, поэтому я это вырезаю. Как бы происходили заезды между двумя фракциями? Сделай бы драхт-трассу. Даже можно здесь ее сделать, ну, неважно, где-то сделать эту драхт-трассу. У меня даже есть драхт-трасса с моего проекта, какой у меня на релаксе была драхт-трасса. Как бы она делалась с нуля, если что. Я бы мог даже до разработчика дать свою драхт-трассу, у меня она есть. Как бы... заезды могли происходить, пацаны, вот смотрите, с 10 часов, то есть с 10 часов вечера до 12 часов ночи. Потому что вся движуха в основном, как вы знаете, в гонках в уличных, допустим, происходит ночью. То есть с 10 часов ночи, ну вечера, блин, ночи, ну вы поняли, до 12 часов ночи, то есть 2 часа дается. И в каждый час можно делать 5 заездов, да? Надо будет три участника. Там систему сделать такую, типа, вот, вы приезжаете, допустим, на трек. Смотрите, сейчас я вам примеру показывать буду. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Вы приезжаете на эту драхт-трассу. С каждой фракцией по 3 человека в гонках участвуют. Можно на своих машинах, можно на машинах фракции, неважно. Чип не чип, там уже каждый разберется. Допустим, вот вы встали, вот старт. Да, вот старт, короче. Сделать такие чекпоинты, знаете, красные такие чекпоинты. Вот с этой стороны и с этой стороны. Две тачки подъезжают. Система дает отчет. Там 3, 2, 1, старт. И кто первый доезжает до финиша, тот побеждает, короче. И получается, у кого будет 3 победы, допустим, тот выиграл. Ну, если будет ничья, то я не знаю даже, что в этом случае делать. Ну, короче, поняли. Если будет 3 победы, та фракция выиграет, получается. И им дают, допустим, 100 тысяч за гонку, да, в общак тоже. В общак 100 тысяч, допустим, можно и больше. И эти заезды можно производить в час 5 раз. То есть за 2 часа вы можете сделать 10 заездов. Я думаю, это было бы очень круто, на самом деле. Кому нравится, кстати, вот эта идея, просто, пацаны, каждый поставьте лайк, реально. Каждый просто поставьте лайк. Итак... В принципе, вот такие вот дела, да. Заезды были бы. Драхт-трассу, блин, я думаю, не очень трудно сделать. Это просто выезжаете дорогу там, поставили. В конце можно поставить шины, чтобы если даже разогнались. Хотя, я думаю, лучше будет сделать, чтобы, когда вы там финишную черту переезжаете, чтобы там был тоже стоял чекпоинт, и он просто вас тормозил, фризил на 5 секунд хотя бы, чтобы вы машину не разбили в конце. Сделать заезды на 402 метра, там, может, квотер сделать. Тоже можно и так сделать. На одну милю. Тоже можно делать такие заезды. Блин, это было бы на самом деле... Да, я не до конца доработал идею, но... Блин, я ее доработал уже на 50%. Я думаю, вы поняли, да? В принципе, заезды там с 10 часов до 12. Почему именно так? Потому что вся движуха в основном в реальной жизни по таким гонкам происходит ночью, как мы понимаем. Тем более в это время. Все постоянно на тачках катаются. А так будут происходить гонки, реально. Вообще, можно фракцию даже вот здесь сделать. Есть вот такое здание есть красивое, тоже там чекпоинт поставить. Здесь поставить машину типа фракции там и так далее. Место найти, я думаю, будет трудно. Главное сделать систему вот этого драга, чтобы сделать драг-трассу, сделать эту систему, чтобы вы могли гоняться. Реально. Просто вы подъезжайте там две машины с двух фракций. Три только могут быть участника, короче. На своих машинах, либо на машинах фракции. Подъезжает на чекпоинт, их фризит. И дается согласие, типа... Там, ты согласен на гонку, нажимаешь, типа, там, подтвердить, все, погнал, короче. И кто там первого приезжает, тот побеждает. Кто выиграет 3 раза, тот победил, там, допустим, та фракция вот 2 раза, та 3 фракции. Кто больше, короче, раз выиграл заезд, тот и побеждает. Один и тот же участник не может участвовать в одной гонке.
В следующей гонке может участвовать, а именно в одной гонке не может участвовать. Должны три разных гонщика быть. Один и тот же человек не может участвовать. Я думаю, так будет по-честному. Ну, блин, эту систему может доработать реально идеально. Вы тоже можете писать свои идеи в комментариях. Вкидайте этот видос в обводку. Возможно, разработчики это возьмут себе на заметку мою идею, в принципе. Потому что я думаю, это было бы очень круто. И я уверен, что эта фракция понравится всем. И эта идея тоже понравится всем. Потому что все автолюбители, все любят свои тачки, там, походять и так далее, подрифтить даже. Я думаю, это было бы круто. Может, там еще что-то добавить, там, может, кольцевые гонки, там, и так далее. Это не проблема, пацаны. Главное, чтобы разработчики этим заинтересовались и сделали. Я думаю, это было бы очень круто. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.